Привет всем котяткам, которые меня смотрят. Это Улакайт. Мы продолжаем играть в City Skylines. У нас надо уже сосредотачиваться как-то на наших целях сценария, потому что мы на самом деле все это время проходим сценарий. Вот, какие же у нас цели? У нас цели. Так, я зачем-то закрыла. Население больше 75 тысяч, то есть нужно ударными вообще темпами в население ударяться ударными темпами. И повышать здоровье. Так что, и да, у нас еще сегодня важное занятие, которое, я думаю, мы с него и начнем. Это вот это вот парк развлечений. Но, правда, сейчас ночь, и ни шиша не видно, кроме вот этих вот лэп. Так, ну-ка, домашний сегодня плохо себя ведет, подскажите, как его успокоить. Да, проблемы, как говорится, проблемы белых людей. Смотрим, у нас есть тут пока что вход вот такой вот. И даже аниматор, вон, динозаврик прыгает. Так, нам сразу же с первого даже уровня дали некоторое количество каких-то, я смотрю, боковой вход. Боковой вход, площадь парка. Ну, мы можем действительно сделать боковой вход, например, вот тут. Почему бы и нет? Да, и соединим его дорожкой. Дорожки у нас все будут красивенькие. Так, с деревьями. Прекрасно. Так, что же у нас есть? Площадь парка развлечений. Площадь есть, они заходят сразу в площадь кафе. Естественно, как без кафе. Смотрите, даже не мешает, что у нас нету, что у нас темнота и ночь, потому что очень мило с их стороны все подсветить вообще мутно-зеленым цветом. Больше кафе. Мне кажется, кафе в парке это очень важно. Людей много, жрут много. Надо еще туалет поставить, тогда не забыть. Так, это у нас что? Сувенирка. Сувенирка должна быть на входе. И на выходе. Чтобы даже не вздумали мимо пройти. Сувенирка. Дальше. Туалеты, конечно. Конечно, как без туалетов. Где еда, там и все остальное. И на входе, и везде вообще побольше туалетов, чтобы люди могли сохранять человеческий облик. Не искали тут приключений по кустам. Игровой киоск второй. Ладно, игровые киоски, чтобы это не значило. Так, у нас какие-то страшные какие-то звуки. Что-то, видимо, горит. Непонятно, ладно, не отвлекаемся. Карусели, о! Карусели, мне кажется, нужно побольше дорожек. Какая-то кривенькая дорожка, нет? Непонятно. Может и не кривенькая. О, скамейки есть. Плитка для парка развлечений. Тележка с воздушными шарами. Все, короче, чтобы сделать красивенько. Ладно. А, карусель это вообще единственное, что нам доступно. Ну, давайте их тогда хотя бы две поставим. Да, вот, есть, кстати, большие классные, но нужны больше уровней. Больше уровней нужно. Так, ладно. Ага. Плитку мы должны, я почему-то думала, что мы должны будем ей заливать. Такая. Ну, что-то сомнительного удовольствия занятия. Ладно, продавец шаров. Тележка со сладкой ватой. Вот, здорово. Набор мебели.
И это все ставится только вот на такие, да? А интересно... Это жуткие птицы вопят на фоне. Ладно, предположим. Вот он. Фонарь. Столы. Игровой автомат нет. Ладно, наверное, нам нужно пока что... У нас есть тут две карусели вон. Нужно подождать. И с чего же мы тут ждем? Посетителей. Развлекательной ценности у нас достаточно. Нам нужны только посетители. Гуманное обращение с животными. Понятно, животных вроде нет. А, рекламная кампания. Возможно, мы это... О, мы можем это активировать. Привлекает больше посетителей в парк. Ладно. Ночные экскурсии. Переработка мусора. Я за, всегда за переработку мусора. Парк обслуживают, убирают еще тщательнее. Давайте. Так. Главное, нам расходов у нас сейчас больше, чем доходов. А если мы сделаем вот так? Ладно, я думаю, что пока что мы уберем некоторую политику. Вообще, нам нужно, чтобы она в какой-то плюс все-таки уходила. Не то, чтобы нам сильно нужны эти деньги, но... Как-то будет отстойно, если она будет в минусе. Так, тут у нас что? Недостаточно рабочих. Рабочих нам недостаточно, причем с образованием. Что у нас как-то грязненько, если смотреть сверху. Достаточно покупателей товаров. А больше коммерческих зон нужно. Вот, всего нужно на самом деле больше. Ладно. Скорость мы, пожалуй, увеличим. И раз уж нужно больше коммерческих зон, больше людей, всего больше, то давайте этим и займемся. А все. Возможно, нужны менее плотные зоны. Или нужна какая-то повышенная стоимость земли. Тихонечко тут прямо все. Тут давайте какие-то ларёчки пускай стоят. О, доходы у нас все-таки повышаются. Посетители к нам идут. Ну-ка, у меня сейчас мысль возникла. А можно мостик поставить? Вот из вот этой вот красоты, например. Вот так вот сделать так, да? И поднять. Так, page up, да? О! Класс. Я не знаю, почему мне захотелось мостик пешеходный. Это я знаю, нет, знаю. Потому что я насмотрелась всяких модов
для дорог на ютубе. Мне показалось, это офигенно классно. Такая вот, пускай будет у нас над парком обзорная площадка. Все. Теперь, если честно, я думаю, нам нужно здесь еще транспорта. Транспорта давайте добавим сюда. Такси, например. Почтовое отделение добавим. Тут вообще у нас, кстати, с почтой. Тут им тоже нужно почтовое отделение, видимо, свое. И здесь нужно... Ну, тут, понятно, деловая зона, много почты. Не знаю, зачем вообще, на самом деле, почта. И мне кажется, тут, если есть вот этот маленький твиттер, то все должно и так работать. Так. Ой, у нас тут какая-то фабрика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы что творите, ребятки? Устроили мне тут свинство. Скопился мусор. Все, 48 тысяч, огромный город. Да, получше кафе, атомная электростанция. Это нам не очень актуально. Мы все такие дофига экологичные. У нас все на солнечной энергии работает. Так, с водой все прекрасно. Хочу скорее, чтобы развивался этот. Хочу поставить клевые всякие, кроме каруселей. Так. Вот с мусором, кстати, совершенно непонятно, что делать. Все равно центр переработки отходов – это жуткая грязь. Утилизационный завод. Загрязнение, шум. Загрязнение намного меньше, кстати, и шум намного меньше. Но, похоже, нету никакого вот универсального способа. Возможно, может быть, имеет смысл, например, застроить это все лесом. Ну, тут весьма грустно, правда. Но, может быть, это поможет. Цветущие даже не буду ставить. А вот сюда, кстати, можно и поукрашать. Здесь у нас такое благодатное для этого место. Всякие кустики, камушки. Это у нас каналы, да? Набережная. Сколько там осталось? Немножечко осталось до второго уровня. Очень надеюсь, что выпустят какое-то дополнение для... Ну, для какой-то... уборки, потому что делать с мусором, так и непонятно. Нет современного никакого решения. Поздравляем. Во, мир Санса достиг второго уровня. Дальше тоже нужно только увеличить посетителей. Но открылись новые карусели. Чайная карусель и детский поезд. Ну да, такие пока что
детские совсем развлечения. Для взрослых только пожрать и сходить в туалет из развлечений. Да, ничего интересного нету. Все. Нужны зоны, но при этом... Так, тут прям как-то грустно все. Ну, или не очень грустно, подождите. Нет, грустно. Все очень грустно. Мне кажется, тут надо дороги расширять. Так. На въезд. А куда, интересно, выезжают? Столько народу въезжает. Тут у нас пока что тишь да гладь. Нужны товары. Ладно, например. Ага, надо сперва удалить. Ладно, 4. Например, так. И давайте сделаем, наверное, зону. Как она называется? Деловую зону. Она, конечно, шумит, но мы вот отгородились коммерческой зоной, и думаю, нам поможет это немножко. Так, и заливочка. Все, а то у нас и так спрос на рабочих без образования слишком большой. А у нас такой здоровенный университет тут. Кстати, как у него дела? Научная привлекательность кампуса, да? Это у нас вот этот. Привлекательность кампуса. И тут на день написано, насколько привлекательность увеличится. Книжный магазин. Вот тут у нас еще, если что, есть территория немножко. И вот здесь есть территория немножко. Можно разного тут понаставить. Так что давайте приступаем. Памятник при профучилище. Шпуньк. Шпуньк. Актовый зал один есть. Не хочу второй ставить. Компьютерный клуб. Ладно, я как геймер считаю, что компьютерных клубов вообще много не бывает. Библиотека. Проблема в том, что ни шиша не видно. Так. Библиотека. Фонтан. Фонтан есть. Столовая. Я как человек, учившийся, бывший когда-то студентом, скажем так, считаю, что столовая для...
Что-то не получается, ладно. Все, столовая — это важно. Это склон нехороший. Так, научные труды есть, привлекательность увеличилась, прекрасно. Место занято. Совершенно непонятно. Не хотят, короче. А ну это пешеходные дорожки, он с пешеходными, наверное, дорожками соединяется. Ладно. Где там у нас была библиотека? Нет. Столовая, книжный клуб, центр благоустройства. Давайте еще один поставим. Спорткомплекс, читальный зал, лекторий. Вот, лекторий. Лаборатория. Лаборатория — это важно. Общежитие еще важнее. Так. Теперь смотрим. Привлекательность кампуса у нас... Так, победа, победа, победа. Вот интересно, прибыль? А, давай... А чтобы фанатам было проще попасть на стадион, общественный транспорт, день игр бесплатный. Клево. Безопасность матчей. Наймите службу безопасности, которая будет патрулировать стадион. Ну, пока что вроде не надо. Выделяет деньги на тренировку юниоров, команда повышает свою результативность. 9 тысяч — это многовато. Так. Политики, студенческая медстраховка. Повышает здоровье студентов, о, это нам нужно. Приглашенные ученые. Всеобщее образование, независимо от репутации кампуса, студенты не платят за обучение. Поддержка, рекламная кампания, спонсорские контракты. Пускай будут спонсорские контракты. Нам сейчас привлекательностью надо что-то делать. Кто-то там выпускается во всю. Так, тут у нас недостаточно покупателей товаров. Так, там мы размахнулись, конечно. Теперь у нас вон нехватка. Так что надо больше, просто больше людей, больше, соответственно, магазинов. Еще у нас проблемы с водой, но это не страшно. Заработает, не заработает, заработало, все. С водопроводом все нормально. Вы только гляньте на наше прекрасное озеро. Вообще красота неописуемая. Все почистили практически. Ладно, чуть-чуть мы позанимались нашими жителями, хотя, наверное, еще нужно больше. Thank you.
Парки специально им тут не ставлю, чтобы ходили вот в парк по соседству и развивали нам... Ну, его развивали, сам парк развивали. Так. По доброй традиции, первые 4 клетки давайте отведем на коммерческую зону. Тут все тоже отведем на коммерческую зону. Остальное под застройку. Так, горы мусора под домом. Да, все это требует, конечно, обслуживания. Так, тут ставим, давайте, крематорий, а мусорщик у нас просто еще электричеством не обзавелся. Вот так вот. Все равно тут пробки. Ну-ка, если, например, провести еще одну дорогу. Только в обратную сторону. Вот так вот. Типа, хотите вот сюда, едьте по этой дороге. Может быть, хоть как-то немножко разгрузится. А, мне кажется, от общественного транспорта что-то не особо-то разгружаются наши дороги. Хотя, возможно, я и не права. Так, это у нас монорельс. Это у нас автобус. Так. Сломал, почини, как говорится. Вот и автобусы у нас. А, подождите, не, нифига. Я вижу автобусы на биотопливе. Мы же за экологию. Автовокзал. Так, автобусы на биотопливе. Все. И подальше от перекрестков ставим. У нас сначала было. Так, давай остановку. Все, вроде добавила какой-то маршрут, чтобы тут у нас хоть какой-то общественный транспорт был. Смотрим, используется автобусов. Так. Автобусы. Пока что непонятно, сколько перевезли. Пробки. Так, пробки у нас по простой причине, у нас тут нету нормального, так, нормальной дороги. Поэтому перлись через центр. Так, народ, с центра вон. Всем сильно-сильно нужны
промышленные деловые зоны. Я голосую за деловые зоны. По причине того, что... Мне надо куда-то девать образованных людей. Так, и заливка. Все, скорость третья. Жители 55 тысяч. Еще есть место, куда расширяться. Фруктовый сад вроде угомонился. Нет, все еще мало покупателей. Ну ладно, покупатели сейчас будут. Какая красота у нас вот здесь. Вот вообще обалдеть. Так, тут у нас тоже все прекрасно и даже нет никаких проблем, да, с достаточно покупателей. Недостаточно покупателей товаров. А, ладно, давайте все-таки вернемся к этому вопросу и посмотрим. У нас мельница, да, делает муку. Правильно? Мука. Нам нужно что-то, что эту муку будет перерабатывать. Доильный зал, это совсем не то. Так, мебельная фабрика, пекарня. Но пекарня может быть только одна. Типография, лимонадный завод, швейная, бумажная, пищекомбинат. О, кстати. Ух ты! 200 тысяч, между прочим. Он шумный и грязный, да? Немножко. Но он потребляет все вообще. Подождите, пластик? Ладно, ну... Наверное, может быть, привезут пластик? Если нет, ну, удалим, что делать. Как всегда, я забыла про воду. Это уже прямо классика. Так, ладно. Да, метро, надо добавить метро. Надо добавить остановки метро. Так, и сейчас, что у нас тут с водой-то? Ай, не соединила. Все. Доступные тюрьмы, все нормально. Нам нужен полицейский сюда. Даже большого полицейского поставим, пускай он... Всю эту зону мы сейчас будем застраивать, все равно ему будет чем заняться. Так, метро. Не отвлекаемся. Так, вот. Теперь тут, например, проводим такую вот внутреннюю линию. Прекрасно. Теперь соединяем.
с этой и задумываемся, а почему... Ай, не туда. Так, ну-ка, можно будет это перетащить? Перетащите маршрут. Чтобы добавить... Перетаскиваю. Ладно. Значит, это будет такой маленький треугольничек. Отдельная ветка. Теперь... Роем еще вот сюда. И добавляем возможность, короче, они пересадятся, пересядут. Вот, если им понадобятся другие ветки, вот отсюда вот они приедут. Там сюда, потом вот сюда. Вот, вот так вот я придумала. И теперь я хочу раскрасить ветки. Потому что могу. Потому что могу раскрасить оранжевую ветку, пусть будет зеленая, и какая-нибудь желтая. Все. И посмотрим сейчас, как это все будет у нас работать. Еще можно поставить теоретически депо дирижаблей. Это, мне кажется, это какое-то совершенно страшное извращение. Так, тут давайте добавим зоны такой малой торговли, легкой. Пробки просто ужас. И всем главное сюда зачем-то надо, не прекращая. А тут у нас обалдеть. Я вот вроде не против перерабатывающих заводов этих, но они же... Ужасно пачкают землю. Мне это совершенно не нравится. Непонятно, что с этим делать. Так, территорию мы более-менее как-то разукрасили. Люди сейчас будут прибывать, нам нужно заняться их здоровьем. Так, берем здоровье и прямо от души. Спортзал. Даешь спортзал. Что у нас еще? Общественный бассейн. Даешь общественный бассейн. И вот сюда куда-нибудь тоже. И вот вам маленькие хрюшки, заваленные мусором. Так, то у нас что? Спортзал. А это баня. Баня. Сюда тоже добавим. И баню. Есть ли у нас большая больница? По-моему, где-то была. Вот она у нас, большая больница. Тут мы поставим маленькую тогда поликлинику. Тут у нас тоже есть... Маленькая поликлиника. Так, доступное здравоохранение у нас прекрасное. Средний уровень здоровья граждан, кстати, 81, тоже неплохо. А, граждане болеют слишком громко. Так. Ну, ребятки. Ух ты, кончилась энергия. Так, солнечная батарея и... Чем, кстати, я вот эту солнечную башню, кстати, ни разу не видела. Такая интересная штука. То есть я первый раз в жизни вообще вижу ее, узнала ее о существовании такой. Только вот в этой игре. Пусть будет так, посмотрим. Она, кстати, я даже не глянула, сколько она выдает мощности. 112, 150.
отличная работа. Теперь люди чувствуют себя гораздо лучше. Продолжайте в том же духе. Я так понимаю, что мы... Да, мы выполнили цель. Бани поправили здоровье. Теперь осталось только 15 тысяч человек. А заселить. Ну, давайте. Я думаю, мы не отходя от кассы, вот прямо сразу раскрасим вот этот вот райончик. Так, нужна какая-то объездная все-таки дорога у нас. Ну, да. А, третий уровень, ура-ура. Все безмерно рады. Так, людей сюда побольше, людей поплотнее, людей. Прекрасно. Что у нас еще? У нас тут еще территория вон какая здоровенная. Кстати, совершенно... Тут у нас малая плотность, я думаю, что можно смело вот это все добро превращать в темно-зеленую зону. Давайте, ребятки, переезжайте вот отсюда. Вон у нас там новый... Ой, слушайте, я сейчас занимаюсь реновацией. Какой ужас! Я хотела предложить им переехать в наши новые районы далеко от центра. Это ужасно. Ой. Ладно, нет, ребят, не надо переезжать. Мы сейчас вам прямо здесь построим клевые, большие, крутые дома. У нас тут земля, наверное, дорого стоит. Кладбище вон недалеко, очень удобно, если что. Можно сбегать. Давайте еще какую-нибудь красоту тут поставим. Так, 31 тысяча, прекрасно. Что-нибудь тут такое. Легкие города, видимо. Обширный, засаженный деревьями участок ландшафта, который обеспечивает город свежим воздухом. Он, кстати, шум производит. Так что нет. Башня транспорта, районный парк. Вот это мне больше нравится. Фонтан жизни и смерти. Так. Да, вернемся в наш развлекательный центр. Он такой маленький, такой еще прямо очень невинный. Он же еще не знает, что мы тут сейчас поставим дом ужасов. Ва-ха-ха! И автодром. Класс. И что тут еще? Аттракцион качели-лодка. Ой, это страшно. Да, все. Все новенькое мы сюда поставим. А еще есть парковое депо. В парковом депо базируется и обслуживается техника парковой службы. Машины этой службы курсируют по городу, улучшают парковые зоны, повышая их извлекательную ценность и радиус действия. Ой.
Большое, ну ладно. Надеюсь, тебе будет удобно, дружочек, тут курсировать. Я думаю, что этим качелям лучше действительно обслуживаться. Так. Итого, что мы видим? Что мы видим? Что нам 5 нужны, большая потребность у нас в зонах. Кстати, людей с высшим образованием у нас очень много. Университет все-таки делает свое дело. Готовит нам хороших специалистов, не прекращая. Да. Я опять забыла напомнить про лайки и подписки. Постоянно забываю. Мне нужно какой-то стикер такой прилепить на компьютер, наверное. В общем, да, это да, это я напоминаю, пожалуйста. Если вы это смотрите, если вы дожили до этого момента, значит, все не зря, значит, все не так уж плохо. Пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайк. Все. Вода, канализация. Мы прям, смотрите, быстро так расширились, и нам очень быстро потребовались новые мощности. Да? Да, все, все заработало. Так. Недостаточно образованных работников. Наконец-то! Наконец-то у нас закончились образованные работники. Наконец-то. Боже, что у нас с дорогами? Это же просто жуть. Просто все стоит. Хотя, казалось бы, да, вот прям прямая дорога на выход. Кстати, вот здесь нужно еще, видимо, сделать развилку, вот такую же большую, классную. Но это уже в следующей серии точно, а то я уже заигралась 47 минут, капец. Всем большое спасибо, что смотрели. Если понравилось, обязательно ставьте лайки. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.